Смотрите, как мой малыш новый охренительно качает уровни. Первое. Я отправил его работать ради нашего купола. И он просто махом прокачивается. Собирая песок. Уровень за уровнем. Уровень за уровнем. Работяга. А это уже 13-й. А давайте из него сделаем работягу, а? Ведь у нас должен быть какой-то работяга. Ведь не обязательно наш главный действующий герой должен всегда работать. Пускай ему сопутствует. То есть приехал какой-то дальний родственник и сейчас будет ему помогать все время в его сложных и опасных делах. Мне кажется, это будет прикольная идея. И Иванкас будет именно этим человеком. А наш главный безымянный герой будет продолжать путешествовать по миру, искать новые возможности, придумывать новые фишки в игре. Ну, конечно же, не без вашей помощи. Может быть, вы что-нибудь предложите новое. Вот смотрите, вот буквально за пару минут 3 уровня поднял. Сделав буквально несколько лопат. Вот таким вот образом. Очень легко все получается. Где-то здесь, рядом со стадионом. Ну, тут места такие. Тут надо все равно расширять, что-то делать, улучшать. Как бы с этим стадионом. Это не просто будет стадион, а все равно что-то рядом должно быть. Это же у нас должен быть город когда-то. Давайте, если он у нас хороший работник, Иванкас, вкачаем ему именно рабочие большие таланты. Так, я получил несколько достижений сейчас. Достигну 25 уровня еще не получено. Это пока не то. Наверное, все-таки креатив это, да? Больше. Да, 100 блоков. Отлично. Потом 1000 блоков даже уже разбил. И какие-то еще достижения, по-моему, я получил. В битве-то я не очень. Но, по крайней мере, собиратель. Во. Собиратель. И, наверное, все. Так, ну давай. А, вот еще два каких-то есть. Есть какие-то два у нас моменты. Я только не совсем уверен, что же я могу. Так, в креативе завершено. А, вот еще я могу. Так, каменная лопата. Разбей 250 блоков с помощью лопаты. 25 угла получу. Отлично. Так, и еще какой-то один. Ну, я думаю, это не битва, да? Скорее всего, это не битва. Вряд ли битва может быть. Собирательство. Заблокирован дыши. Тед. Ну, этот, вот этот. Душу дракона мы собрали. Где-то вот еще должно быть, наверное. Так. Не знаю. Где-то еще одно достижение должно быть. Я не совсем уверен. Я не вижу, где я его недополучил. Креатив. Вроде все. 10 тысяч блоков. Я думаю, я способен. Завершено. Нет, тут больше ничего нету. Почему? Не понимаю. Вроде бы все, что было уже... Не знаю. Короче, нету. Хорошо, давайте так, короче, прокачиваем его. Как работника. Очень хорошего работника. Так, и он будет у нас максимально работать. Так, что для этого? Вот, скорость копания. Прокачаем. Вообще полностью прокачаем его под работника. Я думаю, вариант... Хороший. Ну, я не знаю, скорость копания и тому подобное. Что-то даст быстрее? По-моему, быстрее. По-моему, значительно быстрее стало. Ну, я еще буду прокачиваться. Продолжать с ним. Хороший работник. Вот как-то все внезапно пришла мне идея это, что сделать Иванкаса именно работника. А наш безымянный герой, который был с самого начала, у нас будет основным персонажа. Нас все время преследует Матий почему-то. Я все время нарываюсь на него. Так, я только что потратил все свои лопаты. Достиг 25 уровня.
И после хорошей работы нам нужно еще поработать, я думаю, на Теда будет классно, да, 25 уровня достигли, открыли больше инвентаря, сейчас будем работать еще на Теда, песок, почва есть, камень и дерево осталось нам добыть, 50 штучек, может быть, где-то есть у нас в инвентаре, может быть, просто взять и все, чтобы без проблем, наверное, все-таки нету, ну ладно, пойдем тогда добывать, нам нужно будет добыть еще эти вещи для того, чтобы Теду, ну, найдем какое-нибудь дерево. Блин, надо будет, наверное, еще дополнительно мне делать кирок, потому что вряд ли мне хватит этих кирок до конца. А мать меня преследовал уже сколько раз. Именно вот где-то возле этого, как он называется, возле стадиона. Вот этот звук меня тоже напрягает, потому что он предшествует появлению мати, по-моему, тоже. Мне так кажется, по крайней мере. Ладно, вон там лес. Пойдем в лес. Там нарубим. Блин, испугал меня орел. Дров. А там дальше еще и камней добудем. Да, я считаю, на мой взгляд, Иванкас довольно хороший работник. Давайте возьмем камни. Все. Теперь у меня все есть. Сейчас нужно поговорить с Тедом. И сдать ему этот квест. Я его вижу. Здесь будет строиться купол до конца. Осталось совсем немножко. Так, Тед, здорово. Строительство города. Вот это да! Невероятно! Как ты можешь унести все эти вещи? Вот, возьми свою награду. Теперь расскажу тебе о следующем этапе моего плана. Ну-ка, расскажи. Сырье, которое ты мне принес, пройдет долгий путь, чтобы дать начало нашему городу. Но еще уйма работы, которую надо делать. Городу нужна шахта. Ты же не откажешься сделать шахту, а? Кстати, шахту-то надо сделать, а? Начнем раскопки там, где тебе нравится. И там же, наши горожане, и мы будем добывать богатство. Да? Что за здание такое? Ну-ка, подожди. Так, железо 25 надо добыть и изумрудная руда. В общем-то, с этим проблем не будет, я думаю, что... Сейчас я тебе, Тед... Нифига у него жизни, 4999, все такие красные. Ух, пойдем вернемся в город, где-то там у меня был... Дельфин? Дельфин здесь плавает! Офигеть, по воздуху! Круто! 50 уровня. Дельфинчик, здорово, можно тебя поймать? Я бы тебя куда-нибудь... Блин, жаль, что питомцы не сохраняют вот эти вот... Ой, мати! Это мати! Я боюсь! А-а-а! Этот звук меня уже очень сильно пугает. Вон он, где-то там. Где-то там мати и... Повелитель... Волшебник пытается с ним сразиться. Пугает меня этот мати. Все время преследует меня. Ну все, думаю, сейчас добудем железной руды. Уже до конца. Окончательно, сколько нам надо. Больше. Можно, больше, наверное, можно не добывать пока. Потом, может, где-нибудь пригодится. Так, смотрим. Что у нас, прокачка какая-то опять случилась. Так, игрок. А, второго уровня где-то достиг собирательства. Нет, здесь здесь ничего нет. Для Теда, может быть, что-то нет? Нет, я задание его не выполнил, поэтому, в общем-то, пока больше ничего нету. А, вот, нет? Чуть-чуть еще. Каменный нож. Разбито 250 блоков с помощью топора. Чуть-чуть еще осталось. Так, отлично. Вот я за что могу. За разбить 250 блоков с помощью молота, я бы получил железо. Это же железо, да? Да. Могу получить как раз за достижение. Так, как-то не знаю, не понимаю я, что-то у меня вроде какие-то достижения есть, или это баг просто, вроде бы должен какие-то достижения получить. А, вот, получил. Ученик 25 уровня достиг. Отлично. А вот еще один, короче, пока я не знаю. Так, прокачка. Продолжаем прокачиваться. Скорость полета. Скорость копания. Чтобы улучшить.
Я думаю, что кроме копания скорости, мне еще надо дальность подбора прокачать тоже, хотя бы до плюс 1.0. Вот, немножко еще прокачаемся, и будет все хорошо. Так, возвращаемся на поверхность. Для Теда я собрал все, что ему нужно. Сейчас с ним нужно поговорить. Здесь Теда нет, он только наверху. Так, я дома, но на улице ночь, так что лучше все-таки, я думаю, поспать до утречка, а там уже поговорим с Тедом. Петух провозгласил, что настало утро. Пошли искать Теда. Я думаю, его несложно найти где-нибудь возле леса. Или в деревне. Ну, в деревне-то, похоже, вообще никого нету. А, нет, вот они все. Лошадка. Нет, Теда я тут не вижу почему-то. Может, он на стадионе все-таки заниматься спортом. Вообще-то, так-то, по идее, наверное, все-таки он на стадионе. Да? Вернее, такая возможность, что они все на стадионе. Жители. Спорт. Я думаю, хорошая вещь здесь. Да, вот он. Я и говорю. Даже корова, он занимается спортом, смотрите. Так. Строительство города. Золото и самоцветы. Когда исследуешь пещеры, то не теряй в себя ты веру, мой друг. Вот твоя доля от нашей прибыли. И вот настала самая интересная часть стройки города. Ну-ка, расскажи. Мы собрали сырье, построили шахту. Ну, шахту мы не построили. Вообще-то я хочу, наверное, ее построить, и я сделаю это в будущем когда-нибудь. Хотя, в общем-то, можно назвать шахту то, что у нас тут в городе, прям в пещере, находится, в разломе находится, для нашего города. Но разве она не выглядит одиноко? Самое время построить несколько коттеджей, чтобы они составили компанию нашей шахте. Есть ли специальные предметы, которые добавляют домашний уют строению? И это не просто большие блоки грязных кирпичей. Чего? Что за задание такое? Так, собери кровать один, деревянная дверь, стол и стул. Так. Ну, это уже стройка другого уровня, и поэтому, я думаю, мы сделаем это в другой серии. А я сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся. Скоро, не скоро, не знаю, но тем не менее мы с вами обязательно увидимся. Пока, ребятки. До новых встреч.